Вера, Катя, добрый день. Какие прогнозы на турнир? Ну, Вера, ты должна быть посмелее. Никаких прогнозов. У тебя должны быть планы просто наполеоновские. Зачем? Разодрать всех. Нет, играть зачем? Просто играть, да? Наебиться. Катя, как? На что надеемся? На первое место. По глазам вижу. Да вы просто сами, вы меня ничего не спрашиваете, вы просто сами говорите. Я прогнозирую. Не знаю. Вера правильно сказала, играть. Особых задач. Так, Вера, а жалко. Вы играете на этом самом, в Олимпиаде? Нет. Нет. А, Катя, вы играете? А как, не помешает турнир? Посмотрим. Ну, то есть силы чувствуете, да? Посмотрим. Ну, так, не я придумала, рекламе. Спасибо.